Тут и Надя, тут Клава, и вся Нина. И Клава, Нина, тут все, тут девчата. Правда? В памяти Галины Блихарист все еще свежие воспоминания 60-летней давности. Вместе с сестрой Лидией они рассматривают черно-белые снимки. На них еще совсем юные девушки, прибывшие на Кустанайскую землю из соседней Челябинской области. Трудиться пришлось разнорабочими на стройке. Выполняли и мужскую работу. Первоцелинницы до сих пор помнят, как правильно замесить цемент и как класть кирпич. Месили. Замен делали верхом, я ездила на это, на лошади верхом, месили замес и мазали, тут домики были. А потом еще было под Андреечкой три домика для начальства. Сегодня по замыслу активистов партии «Нур-Отан» память о первоцелинниках будет по крупицам восстанавливаться. Для этого потребуется помощь жителей Кустанайской области, которые поделятся фотоснимками той эпохи с изображением своих родных или знакомых. Вся информация будет воссоздаваться на специальном сайте, который уже находится в разработке. Будет сюда собираться вся информация, которая о каждом человеке можно достать, добыть. Это будет, скажем, странички фотоальбома. И здесь будет так, фотография и очень коротко, что это такое-то, в таком-то году, на полях хозяйства такого-то. Проект «Первоцелинники. Вспомним, как все начиналось» подразумевает не только одноименный информационный портал. Уже к концу февраля, к 60-летней годовщине освоения целины, будут составлены семейные династии первоцелинников, продолжающих работу в сельских хозяйствах. Бауржан Ержанов, Анастасия Овчар, РТН.